Всем привет! С вами Time Games, и сегодня самый главный матч для России. Для всей России. Это матч ЦСКА ПСВ. Московский ЦСКА принимает у себя в гостях голландский ПСВ Эйндховен. Группа B у нас, Лига Чемпионов. И у ЦСКА незавидное положение, 0 очков. Проиграли в первом туре Вольфсбургу. Проиграли с обидным счетом 0-1. ПСВ набрал так же, как и Вольфсбург, 3 очка. То есть у нас 2 лидера в итоге. Вольфсбург и ПСВ, а Манчестер Юнайтед и ЦСКА после первого тура не набрали ни одного очка. Поэтому сегодня нужно побеждать обязательно ПСВ и не отпускать дальше. Неважно, как сыграет Манчестер Юнайтед с Вольфсбургом, нам нужна победа в любом случае. Итак, второй тур. ЦСКА. Матч группы B. Матч ЦСКА ПСВ. Все, понеслись. У меня Лига Чемпионов начнется совсем ночью. Но у кого-то вечером. Напомню, что все матчи начнутся в 21:45 по московскому времени. Так, Игнашевич, Фернандес, Тошич. Думбия. Загоев. Муса. Не прошла передача на Еременко. Ариас. Зуд. Зуд, что ли, фамилия он? Голкипера. Махер. Махер. Так. Нарушение. Еременко нарушил правила на Махере. Так, штрафной. Навес. Неудачно Щенников. Ох, нет! Фернандес выбивает мяч. Так, подхватывает Еременко. У него Брума отбирает мяч. Вильямс. Тошич. Отобрал мяч у Вильямса. Еременко с мячом. Ну, надо было забегать, Загоев. Ну что же ты? Махер отдает. Зуду. Пас вперед. Насиш бежит за мячом. Получает его. И подача следует в штрафную. Слишком сильно. Рёбер. Вот это момент. Акинфеев. Березуцкий.
Бернблоум. Так. Кто фалит? Муса фалит. Видимо, в воздухе заел Локи, может быть, соперника. Так, штрафной исполняет Ариас. Подача. Такое. Еременко. Пас на Думбию. Не дает Думбию убежать. Махия. Хендрикс. А, Вербом у него мяч отобрал. Еременко. Думбия. Давай, Вернблум! Да! Понтус Вернблум! Открывает счет в матче ЦСКА ПСВ! Классный пас от Думбии! Оп! Вернблум принимает мяч и посылает его в ворота! Зута. Если Думбия не забьет, Понтус Вернблум это сделает. Итак, мне стало немного повеселее. Нарсис с мячом убегает за линию. Еременко. Так, кто будет вызывать? Что это? Нарушение правил? Нарушение правил за боковой линией? Офигеть. А нет, это не боковая линия, это центральная линия. Вот такой вот визуальный обман сейчас произошел. Еременко мяч отбирают. Хендрикс. Махер. Так. Отлично в отборе. Щенников. На Думбию. Не получается пас на Еременко. Вернблум тоже не получилось в отборе сыграть как надо. Махер. Махер. Морено. Мяч Березуцкого попал, но Морено прискакал. Еременко, пас на Думбию. Муса, Думбия. Пас налево. Дагоев. Нет, Думбие я давал. Неверно все делается. Махер. Листайн. Вильямс. Обратно вратарю. Один ПФ на месте. Все спокойно. Так, Березуцкий. Пас налево. Щенников. Еременко. Щенников, давай! Включай третью скорость! Ариас все-таки у него мяч отобрал. Третья скорость не помогла. Надо было включать четвертую или пятую. Нарсиш. Устремляться вперед. И пробрасывать себе. Подавать будет. Подача. Отбиваются армейцы. Загор сбрасывает головой на Еременко. Еременко. Устремляться вперед. Передача вперед на Думбию. Думбию тут хватают. Еременко. Ох, Муса! Второй кладет! Мусище! 2-0 ЦСКА ПСВ! 43-я минута матча! Голевой пас от Еременко! Вот и задумайся, Леонид Слуцкий, нужно ли ставить Еременко сегодня в состав стартовый или нет?
Итак, к концу первого тайма ЦСКА ведет со счетом 2-0 у голландского ПСВ. Препе. Насиш. Назад. Не точно. Мяч за боковой. Муса. Главное сейчас продержаться. Эту минуту, две вот давал арбитр. Нужно их продержаться и не пропустить мяч в раздевалку. Как это случается иногда с армейцами. Тут. Все, первый тайм окончен. ЦСКА ведет 2-0. Хорошее преимущество для армейцев. Встретимся во втором тайме, дорогие друзья.